Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Проклятое Сокровище 2. Ну что, 12-я миссия у нас. Скрытый проход. Разведчики докладывают, что нашли тайные деревни друидов, а заодно еще и пещеру с камнями неподалеку. Надо поспешить и убить одним ударом двух зайцев. Ну и главного друида тоже убить. То есть трех зайцев. Трех зайцев, нормально. Так-с. Угу. Ну что, тут, наверное, будем... Давай, наверное, так сделаем. Так. Ледяные. Или все-таки огненную тоже, наверное, надо будет поставить. Давай вот так вот попробуем. В бой. Так, гварды. А, еще же это забыл совсем. Гварды идут. Так, что-то они какие-то. Так, вот все везде тут позаставим, чтобы им пусто было. Так, у нас уже улучшаются, да? Блин, эти достанут мелкие выходить. Это они сейчас, потом, наверное, будут кто-то посерьезнее ходить, поэтому нам в наших интересах, ребята, уничтожить. Сколько там? 150 маны требуется. Куда ты побежал? Ну-ну-ну-ну-ну, успокойся, браток. Ладно, хотелось бы, конечно, прокачать, чтобы манны нам побольше падало. Ну, хорош, 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 бард. Давай, успокаивайся. Разогнался он. А вот, ребята, и ниндзи. Вот и ниндзи сейчас побегут. Куда они только побегут? Все, он стал невидимкой. Тут, кстати, мы можем урон ему нанести. Ну, Кузнец. Сейчас пойдет кузнец. Сразу же. Блин. Сам мне только не хватало. Но я надеюсь, мы тут справимся с ним-то. Он медленный, конечно, но он, блин, толстый. Толстокожий кузнец. Да не утащит он наши кристаллики. Верно я говорю? Ну, дотронется до них, наверное. Нет, и даже не дотронулся. Так, морозный склеп. Склеп страха. Давай, наверное, склеп страха поставим здесь. А это у нас... Это у нас воришки. Не добежал. Не добежал. И не добежал. Отлично, ребят, отлично. Так, одно уничтожили мы здание. Опять ниндзи. Вот в этом вот, конечно, бес... А, мы его напугали. Так, не вздумай стырить. Да, послушает он тебя. И ведь бежит деловой, а. Так, опять гварды. Надо с этим зданием что-то делать. Оно меня уже поднапрягает, если честно. Напрягает оно меня именно тем, что выпускает эти деревяшки. И мои... Так-так-так-так. Мои катапульты начинают бомбить именно это. Правильно. Так вот.
Блин, вот зря вот эти вот две ловушки стоят вместе. Они начинают, ребята, все заряды выпускать в одного. Это тоже, блин, плохо. Храм зрящего. Так, здесь две ловушки стоит у нас. Вообще шикарно. Еще и кузнец тут, блин. Нет, это, конечно, хорошо, что вы там испугались, но... Храм зрящего. Ну, жарабаса могли бы, конечно, блин... Запугать-то. Возьмет, да? Все-таки возьмет кристалл. Но далеко он с ним не ушел. Так, это друиды у нас, да, насколько я помню. Который может перелетать препятствия. И что делает? С какой стороны пошел? С другой. Так, опять гварды. Ой-ой-ой. Это который призывает же у нас, да? Да, это именно он. Кстати, вот здесь тоже можно было бы поставить. Я думаю, что это было бы неплохо вот здесь поставить. Вот так вот. Чем больше баллист, тем лучше для меня. Да и для наших, как говорится, башенок. Пять ниндзи, да? Так вот, сделаем здесь защитушку. Ну не пройдешь же, гаденыш, вот бежит, сломя голову, а. Бежит, сломя голову. Поджарьте, отлично. Так, склеп страха 2. До сили у нас не было склепа страха 2. Теперь появился. Не успел прихватить. Угу. Так, ребята, сейчас пойдет на нас друид. Да-да, этот самый друид, который, блин, перелетает все, что можно и нельзя. И плевать ему, да, то, что мы его тут пугаем, не пугаем, а ему по барабану. Для него закон не писан. Хорошо, что он с кристаллом, ребят, не умеет летать. Полушное место. Такс. Давай вот так вот сделаем. Улучшенные склепы наши. Это топчик. Это топчик, наши склепы улучшенные. Зачем же ты так далеко и поставил-то ее, а? Так, теперь эти стражники пойдут. Паладины. По-моему, им по барабану на страх, насколько я помню. Чихать они хотели тут. На мой страх. Они бесстрашные воины. Ну, неужели дойдут? Дойдут. Но вот возьмут ли? Возьмут. Но не унесут. Семь ниндзя.
Хорошо. Припечатал. Так, манна прокачана по полной программе. Ну что, кто у нас там? А вон в конце, ребят, какой-то будет супер-друид. Ё-моё. Прям, наверное, вообще супер-топовый друид будет. Не, баллиста вот массовая атака вообще, ребят, топ. Вот эти вот, которые наносят офигенный урон. Ну, такое ощущение, что все равно и слабоватый. Так вот, складывается ощущение. Так, это странники, блин. Бегущие странники, достаевучие, а. Так, один вроде бы побежал плакаться. Обратно неси. Что тебе не положено. И опять ниндзя. Только проявляется сразу у него такой заряд, блин. И это круто. Ибо нефиг, да, таскать наши самоцветы. Я все-таки сюда никак не могу поставить, ребят, не успеваю. Конечно, хотелось бы, чтобы эти башни у нас бомбили, а не просто стреляли. И вот самое обидное, что эти башни вот отстреляли, и все, ребята, и они больше ничего не могут сделать. Блин, еще чуть-чуть и будут... Нет. Так, с ниндзями сейчас здесь. Сейчас они здесь проявятся, да, получается? Да, как только проявляется, сразу же, ребята, тут... Нахлобучиваем их. Что, у меня манна полностью накопилась. Ничего себе, ребят. Манна полностью накопилась. А башни у меня не все прокачались. Не знаю, я оставил себе на всякий случай побольше этих манны. Потому что там ожидать? Вот в следующем вот этом поединке, я даже не знаю, ребят. Ну что, вызываем. Верховный друид, главный хранитель Танглвуда и духовный отец всех друидов. Жми на яйца, которые он мечет. Иначе из них полезут враги, не перепутайте яйца. Периодически превращается в изумрудное торнадо и становится неуязвим для урона и магии. Раскидывает вокруг себя яйца, разбейте их, или из них вылупятся враги. Зашибись. Пугать-то он боится? Боится страха, ребят, боится. А где... Так, и как? А, кликать надо на них. Ну-ка. Так, началось, где там? Вот разбрасывает-то.
Ну куда ты? Куда ты потащил? Совершенный храм ужаса. Ты серьезно сейчас вот это вот? Ну, есть, ребята, убить босса верховного друида. Че, еще не конец, что ли? Ек. Ребята, друид верховный повержен нашими ручками. Так, навыки. Что мы можем прокачать? На метеор. Вырубка леса, так, приносит монету номиналом в 10 золота. О, слушай, неплохо было бы. Прокачиваем. Ну что, 13 уровень. Перекресток. Плата Аркания. Здесь, в лабиринтах каменистых ущелий, находится Королевский университет магии. Кстати, о лабиринтах. Располагая камни на новом месте, орки и демоны поссорились. После того, как виновные будут наказаны, надо решить непростую задачу. Защитить сразу две пещеры. В плане. Ну. Защитить сразу две пещеры. Будут они идти и сверху, и снизу. Бесяво, конечно, так. Ну что, давай хотя бы посмотрим для начала. Как они тут будут ходить? Ага, этот выбрал вот такой вот коротенький путь. Блин, чё, как сделать-то лучше? Блин, что-то пока мне в голову ничего не приходит. Я не вижу, когда вот эта вот дележка идет, ребят. И сверху, и снизу, блин. Так, гварды. По идее, нам и золотишко нужно, и манна нужна. Я уже молчу про прокачку. А что это орки и гоблины поссорились? Вот это вот что-то не врубился я. По какой причине они вот тут, видите ли, поссорились? Так, воришки. Да ладно, ты серьезно? Ай-яй-яй-яй-яй. Она их придется пугать. Другого варианта я пока тут не видел. А тут валькирки еще идут. Эх, почему же я не удивлен? Прям вот не на грамульку, а? Что именно вот так вы полетите? А это еще кто такой? Ребята, что за новый чудик? Волшебник. Коварный волшебник ускоряется, призывая силы грома и воды, а после разряжает свой заряд, излечивая всех союзников вокруг себя. Я волшебник, а не бабуин, размахивающий палкой. Пошел ты знаешь куда, блин. Не бабуин он, понимаешь ли. Нормально? Получил свое.
Блин, ну если так дальше пойдет, то фигово будет, ребят. Вот что я могу сказать тебе одну только. Будет не очень хорошо. Там опять они будут, да? Два мага. Манна полностью прокачана. Так, теперь нужно колодец этот прокачать. Так, теперь друиды пойдут. Дрендологи или как там? Блин, ненавижу их. Всеми, блин, фибрами души, ребят, ненавижу. Теперь еще этот бегунок придет, а? Твоего ускорения бесело, я прям не могу. Сейчас стырит кристалл. Стырит его и еще его тащит. Зашибись, он побежал по сокращенной дорожке. Ушлепок, блин. Да бесит он меня, просто бесит он меня тем, что он так бегает, блин, офигенно, быстро, блин. Но это не дело, блин, ребят. Это читерство какое-то, самое настоящее. Что, прибежал, блин, взял и убежал. И фиг ты его остановишь, блин. Ну, куда ты? Куда ты вот чешешь? Куда ты чешешь-то, а? Знаете вам. Курабойщики несчастные. Ну давай ты, бомбанит, ебаный, блин. Че, ниндзи? Неси обратно, давай. Побежал он. Деловой. Так, тут барды, шмарды. Давай-ка назад. Я же сказал, назад неси кристаллы. Окей. Так, здесь разобрались. Ну что, а это еще кто такой? Ё-моё, ребят. Громовой элементаль. Громовой элементаль Аркани очень быстрый и неутомим. Ленивые волшебники часто используют их для переноски чемоданов. Но, по крайней мере, хотя бы он испытывает страх. Только, блин, поможет ли это нам как-нибудь? Ну ты серьезно? Вот мы и потеряли еще, ребята, один кристалл. Так это у нас остается последний. То есть тут один кристалл, значит, возле него придется, ребята, все это выставлять здесь, выстраивать, блин, линию обороны.
Ну. Не выпустили, да, все-таки мы их. Ну, слава богу, что не выпустили. Башни А, они же бесстрашные. Точно. На них страх не распространяется. Поэтому тут удивляться нечему. Взял и пошел деловой. Следующие друиды. Так, наверное, тут уже надо разобрать все. Летуны, а? Ты посмотри. Разлетались пташечки. Сказал, отнеси. Бежит он, ты понимаешь, сейчас с моим кристаллом. Стоять будешь тут до последнего. Есть. Шлепнули. Прокачиваем наши башни. От этой башни уже, по-моему, толку нет никакого, если честно, которая там стоит. Ты серьезно? Побежал он уже. Давай, 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 родные мои, бомбим. По этим супостатам. Это маг, это же маг, ё-моё. Как же я не узнал этого несчастного мага. Сейчас посмотрим. Будем до последнего. Еще хиляет, блин. Справились, да, вроде бы? Я уже тут, не знаю, тут такую оборону выстроил. И все равно, мне кажется, маловато. Здесь, например, можно было бы поставить башенку, да? Пускай даже... Как раз для любителей, кто поднимает кристаллы, чтобы его сразу же наказывало. И вот здесь, кстати. На самом начале тоже бы нормально бы зашло. Ну... Кто там у нас дальше идет? Опять вы. Куры больше. Если бы эти куры бы хотя бы получали бы урон, как куры. Чух. Так, что там за магистр кислых щей? Почему не напугали? Почему не напугали? Я так рассчитывал, ребят, на испуг. Так, вот этого вот держите. Держите его в испуге. Ай-яй-яй-яй, побежал, побежал, побежал. И не добежал, отлично. Так, маги, 12 штук. Ёк-макарёк. А где кристалл? Ё-моё. Все, ребят, по-моему, сфейлился я здесь.
Он утащит кристалл. Мне даже ничего не сделать. Дефит. Вот так вот. Прикинь. Что сделали? Урон наносим всеми башнями по чемпионам и боссам увеличится на 10%. Да. Всеми башнями по чемпионам и боссам. Это, конечно, круто. Ну что, друзья мои, давайте тогда на сегодня мы закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.